Hello, dear viewers. Здравствуйте, уважаемые зрители. Алиса с вами на связи. Веб-браузер Brave запустил видеозвонки в своем браузере с использованием сквозного шифрования. Данная услуга получила название вместе с Brave и использует открытый исходный код проекта Jitsi. Jitsi — это набор проектов с открытым исходным кодом, который позволяет легко создавать и развертывать безопасные решения для видеоконференций. На данный момент видеозвонки находятся в тестовой фазе на Brave Nightly — версии браузера для разработчиков. Оставайтесь с нами!